Бля, ни одной машины нет, ребят. Чё делать-то? Ай, блядь, как же я уже заебался. Короче, предыдущая серия оборвалась на том, что нас поймали военные. И мы сдохли. Да, да, да. Всем бип-бип, ёпты, с вами Лэншер Бип. И сегодня мы будем проходить GTA San Andreas Zombie Apocalypse. Садись, Джо. Блядь, так, сейчас, секунду. Вот так вот. Наводим порядки. Джо, садись, давай. Долбоёб Джо. А, блядь! Началось, ребята, блядь. Началась миссия. Вот это, ни одной машины нет. Вот это эпичное начало, я понимаю. Бля. Бля. Опа. Иди сюда, Джо. Иди за мной, но не стреляй в зомби. И садись в машину. Бля, как заставить его сесть? Бля, как заставить? А, Джо бьет Джо, давай! Блядь, походу Джо не умеет в машину залезать! Джо, ты охуел? Почему ты не можешь залезать в машины? Братан, ты чё, пидорас, что ли? Давай обыщем эту машину. Давай. Только отойди, пожалуйста. Стой вот здесь где-нибудь. Вот тут вот стой. Блядь, я сказал тебе стоять. Вот тут вот, остановись, пожалуйста. Джо? Стой! Блять, а чё он реально не может стоять? Ну, давай быстро обыщи машину, пока Джо не подошел. Я понял. Бля, еще бы научиться машины его, этого Джо. Ой, бля, я слышал, где-то тут рядом зомби, зомбаки. Гулят, я бы лучше пошел прямо, потому что мне это не нравится. Но Джо все равно, он же... А, блядь, это меня раздражает. Тут, походу, военные. Блядь, куда ты, Майк? Вот. Да, достаточно один раз ударить, и все будет окей. Я же говорю, эта миссия просто ебаная какая-то хуйта. Бля, подожди. Ай, бля, давай выбирай оружие. Ну, обыщи. Хули там искать? Давай. А, все, я понял. Обыскать нужно 15 машин. Вы что, смеетесь? Я просто узнал информацию. Мне, в принципе, подсказали, бля, это полиция. От них лучше держаться подальше. Кстати, скажите, что она тут делает в этой игре? Для тех, кто шарит. Блять, я хочу забор сломать. Это моя мечта. Бля, чем развеселить, вернее, чем заниматься во время апокалипсиса? Ломать заборы, конечно. Конечно же, ломать заборы. Так. Джо. Тихо. Блять, я еще так сказал это. Сексуально, блядь. О, а знаешь, что мне хочется сделать? А, бля, тут это просто декорация. Куда-то копы ушли. Джо, за мной беги. Но убивай при этом зомби. Если я проебу эту миссию, это будет полнейший пиздец. Кто там? О, блядь. Иди сюда, Джо. Джо, иди сюда. Давай обыщем с тобой тачку. А, ты в воздухе решил обыскать. Я понял. Будем держаться, наверное, рядом с полицейскими. В каком плане? Чтобы они нас защищали. Все-таки, как-никак, полиция для этого и создана, чтобы защищать граждан. Поэтому... Бля, какое там оружие, кстати, я нашел. А, вот это? Нет, это было. Так. Давай быстрее. Майк, беги. Чувачок. А я, кстати, проголодался и как-то похуй. Блять, как-то похуй. То, что у меня красный голод. Не, мы, конечно, когда-нибудь будем кушать. Вот кайф, зомбей нет вообще просто. Вот это вот мне нравится. Главное, чтобы военных не было. Тут где-то вертолет должен быть, поэтому... На всякий случай, сейчас поднимемся вверх и будем обыскивать тачки рядом с домом. Я думаю, они уже заспавнились там. Хотя это маловероятно, потому что, может быть, игра заскриптована так, что нам нужно далеко уходить. И машины все сохраняются. Блядь, обыскивай. Бля, Джо, ты меня заебал. Ты видишь, что здесь уже машин нету? Сучка, блядь. Вернее, сучонок. Блядь, я слышу кого-то. Тут зомби рядом. Главное, не охотник. Все, Майк, этого достаточно, отправляйтесь домой. Отлично. Беги. Давай. Да, машина тут, походу, сохраняется. Но миссия изи, по крайней мере, сейчас. Вы забыли, Джо. Джо, иди сюда. Давай. Джо, мой парень. Ой, блядь, нет, извиняюсь. Осуждаю, ребят, осуждаю. Они просто друзья, все.
Просто лучшие друзья. Но Джо, я проспойлерил, он станет в конце пидорасом. Ну не в таком плане, а именно предателем. Да. То есть никакого эпичного такого не будет. Ну и прогулочка у нас была. Ничего не говори, нас чуть не убили. Блять. Но теперь мы не умрем с голоду. Я пошел спать. Я тоже пойду после такого. И, возможно, даже подо... Ой. Ой, тихо. Не-не-не. Во время зомби-апокалипсиса этим я не рекомендую заниматься, поэтому своих этих тянок сочных ты на потом оставишь. Своих тяночек ты, пожалуй, на самую закуску. Кто-нибудь, ребят, из вас, ну, смотрел, типа, ну, там всяких вот этот тянок во время зомби-апокалипсиса? Короче, он шпагу не будет сегодня точить. Нихуя себе. Атмосферно, слушай, давай начнем миссию. А где миссия с Джо? Неужели она мне не появилась? Подожди, давай на улицу выйдем. О, блядь, охотник! Ну, давай выйдем. Нормально. А где, где? Во, а, знак вопроса. Точно, ты заебал, Джо. Забор здесь нахуй не нужен. Я же забыл, он зубинка не может бегать. Майк, да, а, это Джеймс, да, я уже знаю сюжетку есть еще, поэтому... Но все равно интересно самому проходить. Кое-что уже позабывал. Что тут? Машина Джеймс. Как его будем озвучивать? Ты кто такой? Я не вроде взял... А вы опять сюда лезете, твари? Эй, спокойно, я выживший, я человек. Ты инфицирован? Нет, не инфицирован, я ведь не похож на зомби. Рад тебе видеть, живого человека, как тебя звать? Ну, у тебя и голос, но меня зовут Майк, да, меня зовут Майк. Майк, а меня зовут Джеймс. Джеймс, очень приятно, но у тебя ебанутый голос. Майк, ты же мне можешь помочь с одним делом? С каким делом? Моя машина заглохла за 150 метров отсюда 2 дня назад. И я хочу посмотреть аниме тянок. Но транспорт мне необходим. Мы можем сходить и забрать ее? Там лежат немного запасов лиды аптечекового. Ладно, пошли, только не точи шпажку, братан. Отлично, сейчас я поточу шпажку и мы пойдем. Я же сказал, не точи. Все, поточил. Бля, слушай, Джеймс, ты тоже ебанутый. Блять, не в таком плане. Ладно, сорян. Блять, тут зомбаки. А куда нам? Давай вот эту машину. Надеюсь, она заведется. Вот смотри. Опа! Опа! Блять! Кто там? А кто это? Это зомбаки? Бля. Все, охуеть. А где Джеймс? А, вот он ты. У тебя много хп, молодец. Да, правда, неудобно. Что мы... Давай сразу... Смотри аккуратно. Ой, блядь, колесо за это самое. Все, садись. Быстрее. Она... Блядь, двигатель сломан, иди нахуй. Джеймс! Братан, мы с тобой в опасности. Сука, Джеймс! Блядь, может быть, и нам удастся ее как-нибудь завести. Садись, Джеймс, давай попробуем. А, блядь, не получается. Это пиздец. Джеймс! Ну ее нахуй. А если она взорвется? Она взорвется, интересно? Блять, она еще и может взорваться. У нее двигатель сломан, но она может взорваться. И машинка как назло. Ой, блядь. Сейчас зомби все сбегутся на это место взрыва. Блять, не перевернись. Садись, давай. Блять, да вы издеваетесь, суки. Блять, начало... Вот это понимаю, начало миссии, конечно. Миссия на самом-то деле ебанутая. Миссия на самом деле... Кто это? Кто это? Это машина... Блять, я боюсь этих ребят! Давайте машину сюда. Все, отлично. Теперь они... У них крутые винтовки. Это дробаши? Подожди, сейчас. Отлично. Отлично, я рад. Вот суки, пидорас, блядь! Блядь! Ну, я могу сломать. Но это нелогично на самом-то деле. Бля, я думал, машина будет нормальная! Я тупо просираю миссию. В таком случае мне хочется, знаете, что сделать? О, блядь! О,
обнял землю. Ты бы так жену свою обнимал, как землю сейчас. Но мне пришлось это сделать. Так. Блядь, ни одной тачки нету, вы издеваетесь? Ни одной тачки нету. Ну, ладно, давай возьмем вот эту. Надеюсь, все хорошо. Давай, садись. О! Поехали, наконец-то, хоть одна тачка нашлась. Называется «Приключения Майка». А, это ты стреляешь. Конечно, на фургоне ехать не совсем таки безопасно и удобно. Тихо, тихо. Ты стреляй в них. Давай, они все под машину лезут. Но фургон мощный. Блять. Зачем я давлю зомби? Не хватает какой-либо музыки, к сожалению. Может быть, мне добавить феечек вин, сука, а? А, кстати, это идея. Нет, я добавлю жуткую музыку. Так, ведьмы тут нету, хотя я знаю, что она тут обычно есть. Блять, ведьма, садись, блять! Она прям на капоте сидит! Давай, заходи, Майк! Ой, Джеймс! А я могу, блядь, садись, сука, еблан! Блядь! Джеймс, нет, блядь! Нет. Это просто пиздец какой-то. Блядь, сорян. Весь микрофон у меня уже... Я вот так буду часто бомбить. А, точно. Я так буду часто бомбить. Бля! Ну это по скриптам. Мионхон, Мионхон. Ну давай. Да похуй на забор как-то. Надо как-то ведьму привлечь, эту красотку. Прям как твоя бывшая. Прям как твоя бывшая, чувак! Оп! Оп! А не могу сразу перелезть? А, тут такое нельзя. Сейчас, подожди-ка. Это пропускаем нахуй. Джеймс поточил очередной раз шпажку, и мы готовы. Надеюсь, двигатель заработает. Опа! 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 Вообще просто кайф, изи. Давай ее обыщем. Ах ты ж, сука. Она уже какая-то, слушай, поврежденная, что ли. Бля! Бля! Куда ты едешь? Садись! Куда ты едешь, блядь? Ты зомби? Стоять. Да я сяду. Я все время путаю. Я нажимаю на Е. Ах ты ж, сука! Началось, друзья мои, дорогие, любимые. Это просто пиздец. Идем со мной, Джеймс. Охуевшее чмо. Может быть, все-таки в другую сторону бежать, но это ненормально. Бля, Джеймс, давай все-таки побежим. Ты ебанутый. Не стреляй в зомби, просто беги. Просто беги, но не стреляй в зомби. Сейчас еще и этот... А, у него стамина тратится. Быстрее! Садись! Ты еблан! Хули ты стоишь? Бабка! Садись, еблан! Садись, еблан, блядь! Садись! Ой, блядь, блядь! Ёбаный в рот! Я никак не могу пройти эту ёбаную миссию с Джеймсом, потому что тачки... Знаешь, что я понял? Я, короче, пересохранюсь. Я это самое, я... Да, я пересохранюсь, потому что это полный пиздец. Походу, мы её никогда с вами, ребят, не пройдем. Мы за этот видеоролик ничего не сделали. Ой-ой-ой. Там 100% будет охотник. Он далеко был. Ах ты ж, сука. Ебать! Танк! Ту-ту-ту-ту! Нет! Нахуя я вышел? Быстрее, Джеймс! Спаси меня! Андрей!
Машина Джеймса. Ты ебанутый. Джеймс, ты знаешь, что ты еблан? Знаешь, по какой причине? У тебя... Мы живем в зомби-апокалипсис. Здесь можно воровать, здесь можно... Блять, не то. Здесь можно брать машины. Здесь можно воровать машины. Кто там? Ёбаный в рот, кто это? Они безобидные? Эти чувачки. Это типа выжившие или это бандиты? Нихуя себе, а давай у них тачку спиздим. Садитесь быстрее, Джеймс, еблан! Джеймс! Где ты там? Джеймс! Садись! Садись, я сказал! Да ты мог на заднее сиденье сесть-то! Долбоёбик. Блять, в меня попали, всё-таки это бандиты были. Кстати, у него бэхаш вроде бы. Блять, Джеймс, держись там! За третью руку. Так, тут ведьма будет. А как спуститься-то? Вот так вот, бочком. Вот так вот, да. Ведьма защищает машину. Вот она там. А что с ней? Подожди. Блядь! Напугал! А, блядь, меня напугала ведьма! Блядь! Помогите! Она сейчас мне тачку... Садись, блядь, еблан! Ладно, Джеймс, терпи. Братуха. Блядь, ты ебанутый, ты еблан. Ты ебучая сука. Садись. Все, я понял сейчас, что мы сделаем. Мы ее убьем. Знаешь, каков план? Просто стрелять будет вокруг. Вот так вот давим. И мне кажется, нужно далеко уехать, и ведьма пропадет. Игра перезагрузит свои скрипты. Оперативка там поработает, она очистит свой буфер. И ведьма пропадет. Такая тактика тоже иногда бывало помогала. Но мне кажется, она заскриптованная. Нету ведьмы. От нее просто нужно было уехать. Вот и отлично. Блядь, не переверни машину. Садись свою раздолбыша в своего этого. Смотри, как я хочу. Бля, нихера себе, как красиво. Огонек. А, у тебя колесо пробито. Какая же убогая тачка у него. Бля, пиздец. Просто земля горит. Просто искорки. Но это выглядит красиво. Ой, блядь. Это выглядит очень красиво. Но по траве, конечно, трава, она не асфальт. По траве мягче. Там, наверное, уже колесо нагрелось и чуть ли не распало. Блять, еще доехать бы безопасно. А то машина у меня сгорит. Она такая неповоротливая, а если тут будет танк, то вообще. Блин, хорошо, что тут никого нет. Давай поедем через кустики. Джеймс, я помню, как ты в этих кустиках там... ладно, нет. Опять эти шутки. Хорошо, что никого нет. Уже есть. Нам наверх надо. Ебать! Быстрее. Там кто-то стрелял. Налево. Чувак, налево. Поворачивай! Давай! Ребят, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мою группу ВК, слушайте песни. Ой, бля, у меня уже колесо... Это просто пиздец. Какая тачка сложная. Сори. Сорян, Джеймс. Он, кстати, ее пофиксит потом. Это, конечно, нереалистично, но все же. Но все же. А, он наверху живет, понял. Куда ты едешь, ты еблан? Бля, я, походу, затупил. Лэншер Бип, не надо, пожалуйста. Блядь, не переворачивайся! Я заблудился! А, нет. Какая же она неуправляйка. Сука, нет, пожалуйста, Майк! А, блядь! Они меня сейчас протаранят, она мне сгорит. Давай. Да, блядь. Ой, блядь. Сп-
спасибо за то, что вернул мне машину. У него такой не стоит благодарности. Ты же все равно ебан. Вот держи часть припасов. И когда тут будет стоять машина, ты можешь ее брать. Хорошо, я пошел, пока, Джеймс. Твоя тачка полная хуйня, я сейчас разъебу нахуй. Пока, Майк. Смотри. Смотри. Вот так вот, понял? Короче, мне твоя тачка нахуй не нужна. Ты пойми, пусть горит. Бля, мне все же хочется сохранить. Бля, нахуя я везде? Нет, это самая сложная миссия. Я не сохранился. Блядь. Нет. Блядь. Привет, Джеймс. Привет, Майк. У меня есть одно задание. Какое еще задание? У меня закончился бензин для моей машины. Мне нужно сходить за ним. Твоя машина сгорела. Мне нужно пойти с тобой, да? Да, думаю, так будет лучше. Окей, пошли, но все равно твоя машина... Пошли, Майк! Я говорю, но все равно твоя машина сгорела. Я не думаю, что это хорошая идея. Для нее бензин. Ты хочешь ее сжечь? Ой, бля, ребята, я помню эту миссию. Короче, если мы ее пройдем с первого раза, это будет везение. Но тоже каждую миссию проходить по... Блядь, по одному разу? Это тоже не дело, кстати. Зомби слишком тупые, чтобы перепрыгнуть забор. Блять! Охотник! Я не вылезу этого, блять! Блять, беги, Майк! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Блять! Похуй, блять. Ладно. Ребята, мы продолжаем. Дело в том, что у меня... Короче, у меня случилась беда. Я взял сохранение. Я перепроходил эту миссию с ведьмой миллион раз. И не потому, что она сложная, а потому, что Джеймс не хотел садиться в машину. Поэтому мне пришлось сохраниться на второй слот. Так. Давай, Майк. А вроде бы эта миссия будет с танком, да? Насколько я помню. Или насколько я понимаю, я не помню, я вообще-то, хотя я помню и не помню, я проходил эту... Я не проходил, блин! О нет, бензозаправка! О нет, зачем я пропускаю миссию? Ой, вернее, катсцену. Привет, привет, Джеймс! Привет, Майк! Я забыл, какой у него голос. Майк, у меня... А нет, какое еще задание? У меня закончился бензин для моей машины, мне нужно сходить за ним! Мне нужно пойти с тобой, да? Да, думаю, так будет лучше! Окей, пошли. Пошли, Майк. Как это мило. Я реально, кстати, вы смотрите это видео, но на самом деле я записывал не в один день, а в разные дни. И на монтаже, короче, переходы вот это практически каждый день. Я спустя неделю вот начал проходить. Вот сейчас, грубо говоря, прошла неделя, даже две, мне кажется. Бля, нет! С момента прохождения игры. А где его машина, кстати? Нам же нужно взять его машину, правильно? Но только я не вижу. Он вроде бы сказал нам брать машину в любое время, когда понадобится. Блять, как так-то? Ёбаный брат! Почему так резко, сука? Почему так резко? Почему так резко миссия? Вернее, почему его так резко убили? Блять, начинаются эти опять проблемы. Мало того, что там сложная миссия с этим танком, так тут еще и... Ой, сколько зомби! О, ноу! О, ноу! О, нет! Сколько зомби! Нет! Давай! Тихонько. Нам нужно машину какую-нибудь взять. Быстрее, Майк! Я в тебя верю. Давай! Давай, она работает! Я ее сразу припаркую, чтобы Джеймс в нее моментально сел. Быстрее, Майк! Ну ладно, этого еще можно убить. Разрешается, как говорится. Так, бензозаправка. Ее можно как-нибудь пропустить? Бля, ее, походу, нельзя пропустить. Я вот нажимаю на клавишу. Ладно. Я понял, пропустил как-то. Садись, Джеймс! Дурко. Как поедем? Как поедем, Джеймс? Мы поедем! Бля, я не помню, опять забыл, как его озвучивать, ну ладно. Мы поедем внизу где-нибудь. Понимаешь?
Да, понимаю. Понимаю, Джеймс, понимаю. Я отношусь к тебе с пониманием. Опа! Так, это у нас находится в деревушке. Рискнуть, ребят, рискнуть, как вы думаете, лайк или подписка? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ноу-ноу-ноу! Спасибо. Еще ну, и нужна такая крутая музыка. Ой, блядь! А, тут вода? Нету тут воды. Это хуёво. А он сейчас тачку мне протаранит. Тут где-нибудь есть вода ближайшая? Ну, гениально. Теперь придется с этим охотником еще и с танком. Найс. Тут-ту, так. Ой, блядь, нихуя себе! Ты чё, ебанутый? Блядь, танк! Ты чё, охуел? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стреляй, Джеймс! Ты придурок, Джеймс! Ты придурок! Х2. Блядь! А где Джеймс? Он там в машине? Походу нет. А, вот он, молодец, хоть так. Блять. Ну, придется его вот так убить. Это нам повезло, что я, кстати, упал сюда. Ты куда стреляешь, долбоебина, ты кусок? Блять. У меня есть... А, сука. Ты ебанутый, Джеймс. Ты знаешь, что ты еблан? Ты можешь... Блять, ты ебану... Ты видишь этот псих, бег... Блять, из пистолета это не хорошая, не лучшая идея. Ой-ой-ой-ой. О, получается, сейчас мы его убьем, будет изи. Он же тупит, да? Танк. Блять, давай, он сейчас его убьет. Ура! Ура, 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 ура! Короче, нахуй, наверное. Ладно. Так уж и быть, я пройду. Но мои нервы скоро не выдержат. Я не понимаю, почему я умер. Это все из-за хитбоксов. Это все виноваты хитбоксы. Блять, сколько же зомби здесь. И Джеймс тупит еще. У меня так хорошо получилось. У меня... Я чуть-чуть бы... Я был на... Вот, я на краюшке был. Я всего лишь-то на краюшке был. Вы понимаете, что такое краюшек? Это вот. К победе. Я уже вот буквально был. И вот тебе нахуй. Раз. И все, и просрал. Блять, эта ведьма еще заспавнилась. Ну, короче, приключения начинаются. Так. Иди нахуй. Так, пропускаем. Я понял, как пропускать. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Сейчас, 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 сейчас. Все, 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 все. Быстрее, Джеймс. Давай. Быстрее, я какие-то звуки слышу. Садись. Садись. Идиот. Садись, идиот. Так. Забор сломаем, похуй. И просто полетим вниз, нахуй. Вот так, сразу. Вот. Наверное, эту миссию еще никто так не проходил. Окей, все. Погнали сюда. Это хорошо, что... А, блядь, нихуя себе! Я думаю, танк далеко не будет бежать, мы его сразу убьем на месте. Этого ебаната. Давай, по машине стреляй. А, бля, я думал, танк взорвется вместе с ним. Ебай! Я нет! А, блядь, он так... Танк! Ебай! Что происходит? Блядь! А может быть реально убежать от него? А, на Джеймса как-то... А Джеймс пошел нахуй, да, получается? Так, интересно, танк сюда придет? Давай пока... Где он? Ура, его нету! Все, Джеймс, мы победили. Давай быстрее, бензин бери. Его нету. Джеймс! Джеймс! Давай, Джеймс! Давайте, зомби, не трогайте меня. Бля, ёбаный! Кто меня убил? Кто? Кто меня убил, блядь? Кто?
Я не видел. Я понял, это все зомби. Они взрывают колонки бенза. Но если так, конечно, то... На самом деле миссия несложная. Я не понимаю, как ее другие не проходили. Все-таки тут тактика достаточно простая. Просто летишь вниз и убегаешь нахуй от этого танка. И все. По сути, тут даже... Ну, 100% машина не заведется. Конечно, блядь, я так и знал. Я чувствую эти скрипты. А вон там какая-то тачка. Блин, этот видос обещает быть как скучным, так и... Блин, нет! Ты куда? Самоубийца. Какой-то мазохист. Блядь, нет! Только не этот двигатель сломан. Нет, блядь, да я опять путаюсь. Да что ж такое-то? Давай, быстрее, пожалуйста, я тебя прошу. Бля, 3 часа. Это военные? Ну, привет. Вы меня не трогаете, да? Ну, ладно. Ну, типа, я понял. Ну, типа, все хорошо. Да, опасные, конечно, ребята. Здесь. Они иногда бывают хорошими, иногда бывают плохими, потому что меня убило. Давай, быстрее, Джеймс! Ну что, Джеймс, сука, ты меня уже заебал. Ты понимаешь, мы никак не можем пройти с тобой эту миссию. Мне постоянно снится сон, как будто мы умираем. Надеюсь, это тот самый день. Это день сурка. Джеймс, иди за мной, милый. Ой, сорян. Джеймс, двигатель сломан. Нет, не надо, Джеймс. Может быть, мы с тобой спустимся вниз ножками в таком случае. Иди ко мне. Давай, Джеймс. Бля, извиняюсь, ребят, за такие шутки, конечно. Я понимаю, это хуёво, хуёво на самом деле. Бля, Джеймс, ты тупой или... Или как? Джеймс, ты... Нет! Охотник! Блядь! Что за музыка? Что за музыка? Ага, блядь! Сука, мои нервы! Ой, я теперь понял, почему я люблю феечек Винкс. Ой, блядь, нет, я их не люблю. Нет, я их ненавижу, но... Как бы мультик прикольный, я уже их начинаю любить, но я их не люблю, бля... Поиграю пару раз в такие игры и точно феечек полюблю наконец-то. Это мой будет любимый мультик. Не, ну давайте все-таки признаемся. На самом деле Винкс не такой уж и плохой мультик. Это правда. На самом деле он рил неплохой, но просто... Я еще раз говорю, там ебанутая логика. Там просто ебанутая логика. А так, ну, как бы... Норм, норм, норм. Я уже теперь так не осуждаю мульт. Мне он нравится, не нравится, как говорится. Нет, там все-таки иногда, вот на самом деле, будем честны, были серии, которые реально мне нравились. Но в основном это полная хуета. Джеймс, ты где? Ты где, блядь? Вот он ты, иди за мной, придурок. Но не стреляй в зомби. Сразу в деревню. За мной, Джеймс, за мной. За мной, Джеймс, за мной! Мне каждый день снится этот сон, как будто мы с тобой... Ой-ой-ой, а тут опасно, слушай. А тут нельзя никак спуститься по-безопасному. А вон там кочечка. Блядь, по кочечке. Кочечка, кочечка, кочечка. Только ты не свались там. Только ты там не свались, Джеймс. Опа. Хопа, я какой-то... Я вообще не боюсь рисковать. Аккуратно, вот так вот, как на санках, с горки съедем. Ёбнемся сразу на крышу того... Ебать, тут... Конечно, да. Блядь, Джеймс! Джеймс, сука, ты ебанутый, нахуй, спрыгнул, блядь! Мазохист ебучий! Ладно, ребята, это будет продолжаться долго. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Слушайте мои песни про Винкс. Да. Всем удачи и всем пока, меня это уже заебало на самом-то деле. Да. Или, может быть, продолжить? Блять, нет, мне... Я хочу это пройти. Еще один разок. И если что-то пойдет не так, как всегда, то я нахуй выключаю видос. И монтаж я делать не хочу. Потому что из этого... Ну, и нарезки тоже, как бы. Я хочу, чтобы вы, ребята, мои любимые, сделали про меня нарезки. Это будет очень круто. Так. Пешочком тогда пойдем. Хотя я бы не рисковал, потому что Джеймс ёбнутый. Он прыгает с горы. Он прыгает с горы, как долбоём. Ну как тут не материться, ребят? Я сам понимаю, что матов очень много в моих видосах, но... Вот вы видите, какая ситуация. Джеймс, не стреляй, зомби, я тебя прошу. Давай на этот раз спустимся где-нибудь вот здесь вот.
Вот здесь, я думаю, будет безопаснее, сука, тихо. Вот, ну вот, видите, матерюсь, потому что... Вот, вот, вот это вот ты молодец, Джеймс. Только смотри, смотри. Смотри, мой котик. Блять, нет. Садись. Садись, садись быстро. Еще быстрее. Все, начинается та самая легкая миссия. Давай, танк. Ну, блядь, не буду! Пиздец. Просто от него далеко нужно уехать. Это рабочая тактика. Но раз музыка играет, значит... Хотя тут есть вертолет, но мы не будем читерить. Это неинтересно будет проходить в таком случае. Ну где ты, где ты? Ха, что, лох? Нету танка, нету. А куда танк пропал? А его нету, а тут охотник. Танк молодец, танк пропасть. И танк молодец, танк пропасть. Танк уйти из деревни. Танк ебанутый. Бля, тихо, тихо. Танк крутой. Танк крут. Он ничего не боится. Нет, танк ничего не боится. Танк крутой. Охотник, иди нахуй, я тебя прошу. Ты можешь куда-нибудь воду здесь? Тут есть вода? Поблизости. Вот она, давай. Искупайся, сладкий, блядь. Ну не я не хочу купаться, блядь. Джеймс, давай, ты плавать умеешь? О! Но они все вздыхают. Давайте. Нихера себе, я медленно, конечно, плаваю. Ну давайте, вы, конечно... Какие глупые зомби. Ебай, как же я медленно... Опа, они прыгают с моста. Ха, это так прикольно наблюдать. Давай, давай. И как мне теперь выбраться? Джеймс, ты мне мешаешь. Я, конечно, все понимаю, но... Я не хочу с тобой купаться в одном бассейне, бро. Блять, это очень... Это баг, я понял. Это, знаете, в чем, с чем связано? Это из-за FPS все. Это все из-за FPS. Видите, что FPS... А, все. Бля, ну как же мне теперь выбраться отсюда? Почему так медленно? Ну, блядь, ну за что мне все это? Ну, блядь, не надо! Это катастрофа. Это полная катастрофа. Ладно, ребята, походу опять все пошло не так. Походу все немножечко пошло не так, как я... Ну, вон там, конечно, бережок. Я, конечно, могу сейчас сделать монтаж, все такое, но... Нахуя? Ведь это так прекрасно смотреть, как я медленно плыву. Блядь, да вы мне еще мешаете. Вон, осталось чуть-чуть. Нет, только не это. Мускулатура минус, о, ноу. А если просто обыкновенному? Бля, мне даже по-обычному кажется плыть быстрее, не? Но Сиджей так же ж не плавал, это все из-за... О, бля, не-не-не, мне кажется, мы здесь не сможем. Походу, я просрал 20 секунд своей жизни. Нахуя я только это сделал, ребята? Это все из-за тебя, гнида. О, может быть, под водой получится? Он что, дышит под водой бесконечно? Давай попробуем. Блядь, давай. Это пиздец. Это полный трэш. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Тут точно мы застряли. Всем удачи, всем пока из-за этого ебаного Джеймса. Блять, хорошо плаваешь, да, долбоёб? И что ты там жуёшь? Хули ты жуёшь, блядь? Ну все, всем удачи, всем пока.